Ассоциация студенческих клубов страны была создана год назад. Инициативу студентов лично поддержал Владимир Путин. Сегодня в работу организации вовлечено более 60 студенческих спортклубов. Еще около 120 находятся в стадии создания. Это уже вторая по счету встреча. Первая год назад прошла в Москве. Программу сочинского съезда, в котором приняли участие около 200 студентов из 50 субъектов страны, открыл дискуссионный клуб. Одно из ключевых направлений деятельности ассоциации студенческих спортивных клубов – это популяризация массового спорта на примерах известных российских атлетов. Поэтому в разговоре приняли участие выдающиеся спортсмены и из олимпийской, и параолимпийской национальных команд. Главная тема – развитие студенческого спорта. Ассоциация создана для того, чтобы студенты могли заниматься спортом, чтобы у них появилась возможность. Студенты сами могут выбрать то, чем они могут заняться, каким видом спорта, как его развивать. Соответственно, они несут за это ответственность и получают те результаты, которые они заслужили. Съезд студентов будет проходить в Сочи в течение 3 дней.